Решать таможенные проблемы на КПП Верхний Ларс военно-грузинской дороги заработает представитель Армении. Таможенное атташе поможет отечественным грузоперевозчикам легче пересекать границу. Повлияет ли это на торговое сотрудничество Армении с другими странами ЕАЭС, расскажет Армен Осипянц. Транспортная логистика – одна из главных проблем армянских грузоперевозчиков. Сухопутно Армению со странами ЕАЭС связывает только военно-грузинская дорога. Водители уже прозвали ее экстремальным испытанием. Проехать по ней сложно, особенно при снегопаде и обвалах. Фуры простаивают неделями. Это не только просто простые автомашины, что в свою очередь убытки, это простой и водителей, это командировочные, это суточные, это зимний период, расходы дополнительные топлива. В конечном счете все это отражается на конечном покупателе. То есть дорожают товары, дорожает услуга. Препятствия возникают и из-за коррупционных рисков. В принципиальном плане вопрос упирается, я бы сказал, больше бюрократии. И я думаю, что должность атташе серьезно снизит уровень, если есть даже вот эти коррупционные моменты. Должность атташе, она резко снизит. Представителем Армении на КПП Верхний Ларс станет генерал-майор Арам Тананян. На должность его утвердило правительство республики. По образованию юрист, Тананян – опытный госуправленец. Занимал руководящие посты в Совете национальной безопасности и МЧС. Мы будем предпринимать все меры, чтобы переход через этот перевал, через этот пункт перехода был более гладким, беспрепятственным. Было принято решение, чтобы обеспечить постоянное присутствие нашего представителя там, на месте, чтобы оперативно реагировать, встречаться, выяснять, выявлять, оценивать и в связи с этим довести объективную информацию до нашего руководства, а дальше уже действовать по обстановке. Эксперты уверены, проблемы на границе решат системы цифровой прослеживаемости грузов и активное взаимодействие госведомств. Первый шаг сделан. Таможенный атташе Армении прибудет во Владикавказ уже в этом месяце. Армен Успенсуанес, Калджан, Мир-24. Арама Тананяна назначили таможенным атташе на 3 года. Его резиденция будет находиться примерно в 20 километрах от пункта пропуска Верхний Ларс.